Всем огромный привет, народ, с вами как всегда Жи, и сегодня мы посмотрим очередные топчики. Итак, поехали. Итак, ребят, это просто фейспалм, мне крайне стыдно вам показывать из выпуска в выпуск вот эту вот картину. Поражение, очередное поражение клана Мистерс. И с каждым разом, по-моему, счет все хуже и хуже. Счет 45-54. Позвольте мне немного оправдаться, я вам просто покажу вот эту вот небольшую такую ситуацию. Моя команда... Два топа из четырех даже не провели свои атаки. Это как вообще такое возможно? Как так можно? А нет, извините, ребят. Три топа из четырех не провели даже свои атаки. Ну, я не знаю. И просто ни слова об этом в чатике. Ничего, просто лиф из клана и все такое. Не знаю, просто горит просто неимоверно. Если посмотреть ниже, много сильных восьмерок не провели свои атаки. И как после этого удивляться, что не победа? Да никак, просто. Я не знаю, что это за подход такой к КВшечкам, что за безответственность. Зачем так рваться в мой клан, чтобы потом даже атаки на КВшечках не проводить? Это какой-то прям саботаж, я не знаю. Ладно, ребят, опять негатив, не будем о грустном. Сегодня у нас топчики, показывать особо нечего, но 4 атаки так и быть найдены. Первая атака сегодня будет довольно-таки интересная. Атака на 4 номер, атаковал Савелий 5 номер. Красавчик чувак, принес клану треху, к сожалению, только клан проиграл. Очень жаль мне вот этих вот ребят, которые на самом деле пытаются, которые стараются, которые тащат, а в результате потом клан проигрывает. Но ничего, надеюсь, лучшие времена в клане Мистерс настанут. Вот такая вот база, ребят, не очень сильная, конечно, девяточка. Ну и Савелий, ребят, недавно перешедший ТХ-8 на ТХ-9, первые лавы, шариков-то уже успел прокачать, но лавы первые, герои, 8 кинг, 6 квина, в общем... В принципе, не очень сильная девятка атакует также. В принципе, не очень сильную девятку, но некоторый интерес эта база все-таки представляет. Деф сильный и довольно-таки реально сильный, разве что ПВшки 2 не докачано. И что тут, ребят, было? Вначале Савелий пытался выманить крепость клана, но никто не подался на провокацию. Видимо, там юниты, которые атакуют либо только наземные войска, либо лава. А впоследствии мы узнаем, что в крепости клана сидела именно лава. Ладно, ребят, запускаются наши лавы. Запускаются наши шарики, и в принципе без особого труда они выносят все 4 ПВОшки. Да, еще ПВОшки не вынесены, но вы уже прекрасно видите, что они будут без труда особо вынесены. И также, ребят, арбалеты тут стояли на землю, поэтому арбалеты нам тут не мешают. И, видимо, опять-таки в очередной раз, если сравнивать с предыдущей КВшечкой, тут как-то неправильно были расставлены черные бомбы у оппонента. То есть наши лавы просто выживают, прекрасно долетают до ПВОшек, прекрасно там танкуют, то есть шарики без особого труда долетают именно до ПВО. То есть если бы расставлены были грамотно черные бомбы, то такой картины бы, конечно же, не было. А тут противник облегчает нам просто очень и очень сильно атаку, расставляет неграмотно черные бомбы, и поэтому ПВОшки выносятся на ура. Итак, ребят, запустили снизу уже герои довольно-таки давно, и как вы видели, вылетает реально лава, и в принципе с лавой Квина рано или поздно разберется. Даже когда она развалится на этих щеночков, ничего страшного, щеночки будут также убиты нашей Квиной, лучницами которых она призовет и так далее. Вот такая вот атака, ребят, микс, лава лун, 4 гончие, 20 шариков, без особого труда справляются вот с такой довольно-таки сильной по дефу девяточкой, разве что вот если бы еще 2 ПВшки были топовые, это вообще был бы огонь. А так, друзья, даже с 5 шариками в крепости клана справляется Савелий вот с такой вот расстановочкой. Как по мне, неплохая атака. Ладно, ребят, не будем сильно долго забалтываться, сейчас я найду вам вторую атаку, там будет все тоже довольно-таки интересно, и сейчас вы увидите почему. Атака на 8 номер, ребят, атакует 7 номер Крейкер. Крекер, а, наверное, Крекер, надо читать этот ник. Атакует 7 номер Крекер на 8 номер оппонента. И, ребят, первое, что нас тут должно заинтересовать, это микс. 1 голем, 2 вальки, миньон, 5 драконов, 7 магов, 4 шарика, 4 лучницы. По баночкам Хилл Рейдж, землетрясение. Вот такой вот интересный микс. И в крепости клана, ребят, вы сейчас увидите, тоже будет все довольно-таки интересно. Атакует, к слову, Крекер сильную восьмерку, фуловая восьмерка оппонента, поэтому атака опять-таки представляет просто жесточайший интерес. Ладно, ребят, начинается вроде как атака, не знаю, что-то действий никаких пока не наблюдается, я повторчик подрубил. А вот, ребят, запускается первый дракон и начинает убивать вот эти вот хранилища сбоку. Немного глупо расставил хранилище оппонент, потому что хранилища впитывают реально очень много урона, а вот тут вот 3 хранилища, считайте, без дела стоят в стороне. В этом плане, конечно, небольшая промашка у оппонента. Ладно, ребят, видимо, дракон выпускается для зачистки немного круга, далее, ребята, уже скидываются у нас тут землетрясение, открывается путь в центр, то есть наша задача в кратчайшее время вынести
ПВОшки. И вот, ребят, запускается крепость клана. И там у нас сидят синие чуваки. Три синих чувака. И вы понимаете, что сейчас будет? Будет запускаться рейдж, и синие чуваки будут под рейджом все разносить. А что может быть круче, чем чуваки синие, которые разносят все под рейджом, я даже не знаю. То есть вот такая вот, ребята, атака. Крепость клана оппонента впоследствии, конечно же, убьется. А вот эти вот синие чуваки и даже вот эти вот пару валькирий, которые взял у нас тут крекер, залетают в центр, и сколько они урона там вносят. Это просто очень круто, реально, ребят. Есть небольшой, конечно, риск, что вылетят они на пружинках, но тут этого не происходит. И, кстати, я тут немножко ошибся, синих чуваков было не 3, а 4. И, ребят, сверху запускаются драконы в виде танков и запускаются также шарики на уничтожение зданий дефа. Вот такой вот микс, довольно-таки интересное исполнение, разве что под конец тут все станет немножко так, ну, поубавится пыл этой атаки, потому что юниты поумирают. В остальном же, ребят, в центре было всего-то навсего 4 вышибалы и 2 валькирии. Ну, если не ошибаюсь, если не брать в расчет также магов, големов, кинга. И это все выносит полностью центр и даже уничтожает какие-то здания дефа. Блин, реально круто. В остальном же вот под конец атаки остается, конечно же, пара драконов всего-то навсего, лучницы, муха. Не знаю, выживет ли эта муха, выживет ли лучница, но во всяком случае 3 дракона — это довольно-таки сильная сила. Тавтологичная тавтологичность. И, в общем-то, вот такая вот, ребят, атака. Как по мне, интересный микс, сильная база, интересное исполнение. Вот такая вот атака, и лично мне она очень и очень понравилась. Ладно, ребят, поищу что-нибудь еще интересное, пока что ваша задача никуда не переключаться. Очередная, ребята, атака, атакует Руслан, его любимый просто микс на все времена, хоги. 30 хогов, 32 точнее, 10 мух, 20 лучниц, 3 баночки хила, 2 поизона. Окей, погнали. Выманивается крепость клана, к слову, довольно-таки сильная восьмерка, разве что пара башни лучниц еще не прокачана, в остальном же база очень-очень сильная. И интересная крепость клана, сидит там шарик, дракончик, 2 мага топовых, ну там, короче, сильная крепость клана сидит у оппонента. Ладно, ребят, на этот раз Руслан сразу 2 поизона тратит на уничтожение крепости клана, решил он тут не рисковать, не злоупотреблять, не рисковать. И, в общем-то, вот такими вот темпами потихоньку вынесет эту крепость клана. Руслан, если смотришь данный видеоролик, в следующий раз смелее скидывай юнитов своих для уничтожения вражеской крепости клана, потому что когда ты их скидываешь вот так вот по одному, их гораздо больше впоследствии умирает. Надо посмелее немножко с этим. Ну да ладно, ребят. Сверху уже запускается кинг для уничтожения вражеского кинга. В этом он преуспевает просто на ура. Наш кинг затащил. Кинг красавчик. И тут уже снизу запускается наша арава хогов. В шеренку, все правильно. И вот так вот, ребят, под разрывы гигмомб и под просадки хп хогов запускаются баночки хила. И, в общем-то, друзья, ну никаких шансов у базы оппонента тут нет. Куча хогов, также выпускаются хоги из крепости клана, к сожалению, не топовые, а всего-то навсего 4 уровня, если не ошибаюсь. И поэтому эта база будет снесена не настолько, насколько она бы могла бы быть снесена легко. То есть, если бы использовать какие-нибудь вообще 7 хоги, то тут бы вообще никакого интереса даже смотреть не было. Потому что реально, просто никаких шансов бы у базы не было. Тут же запускаются вот эти вот хоги 4 уровня, и все равно огромное их количество еще выживает, разве что, по-моему, одна гигбомба где-то тут находится. Но никакой угрозы она уже не представляет из себя, то есть эта база будет добита на 3 звезды. Вот такая вот, ребят, атака, запускаются уже миньоны, запускаются лучницы, добивают муниципальные строения, гигбомба это находится у нас там слева, ребят. То есть гигбомба взорвется, но хоги не умрут. В остальном же комментировать тут уже особо нечего, хоги скачут, хоги прыгают через забор, разносят муниципальные строения, поэтому не буду лишний раз напрягать ваш слух, отправлюсь на поиски следующей базы, а вы пока досмотрите повторчик. Никуда не переключайтесь, ребят. Итак, ребят, последняя атака на сегодня. Атакует, как мне сказали, Suspect. Читается этот ник. Атакует The Suspect. 11 номер на 12 номер оппонента. Микс, который он использует, это микс Govavi. Мой любимый микс на 8 ТХ. Да, база не очень сильная, но интересно довольно-таки то, что вкачан забор. То есть для микса Govavi, в принципе, какой-то челлендж эта база и представляет. Итак, ребят, выманивается крепость клана, потихоньку сманивается все это дело на край карты, разве что небольшой фейл с тем, что для сманивания крепости клана используется муха. И поэтому шарик особо на вот эти вот сманивания не реагирует. В остальном же эти вот остальные юниты будут благополучно уничтожены, а шарик еще немножко нам тут помешает и, возможно, уничтожит нам тут голема. Ладно, ребят, запускается голем.
ЦМ, запускаются визарды, начинает потихоньку зачищаться круг. И в скором времени должны уже будут скидываться валькирии, потому что круг тут зачищать довольно-таки просто. База круговая, и надо зачистить буквально пару муниципальных строений, и затем уже можно уже запускать, в принципе, рыжих бестий. Да, ребят, атакующие именно так и поступают, запускают своих рыжих бестий из крепости клана. Далее уже они будут замигать тут в центр, на них будет скидываться баночка рейджа. Разве что тут много валькирий убежало по кругу, но это все-таки рыжие бестии, плюс это, конечно же, девушки, и поэтому все, в принципе, предсказуемо. Скидываются баночки, баночка рейджа, пока баночки хила не скидываются, ну странно довольно-таки, ребят, на самом деле. И вторая баночка рейджа не скидывается, то есть как-то тут игрок не торопится в этом плане. Ну да ладно, ребят, мы-то знаем, что с этой базы будет взята треха, поэтому на этот счет особо не волнуемся. Как-то же все-таки эти баночки будут грамотно скинуты. И вот, ребят, впоследствии баночка хила скидывается именно на валькирии, кинга, голема и визардов, которые соединяются там в одной точке. Довольно-таки удачно все получилось, и туда же в этот район скидывается баночка рейджа. Да, в принципе, никаких шансов тут уже у базы не остается. Разве что довольно-таки много валькирий улетает на пружинках, потому что они расставлены тут в проходах. И было бы странно, если бы они не вылетали. Вот такая вот, ребята, атака. Не сказать, чтобы сильная база, но с другой стороны сильный забор и микс, довольно-таки зрелищный микс, говави. На сегодня, ребят, это все. Особо нечего мне тут вам уже показывать. Все более-менее интересные атаки я вам сегодня уже показал. Поэтому, если вам понравился данный видеоролик, то поддержите его лайком, подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Также вы бы очень помогли развитию моего канала, если бы вы отправили данный видосик своим друзьям. Ладно, ребят, с вами был Жи, всем огромной удачи, никогда не болейте, увидимся в следующем видеоролике. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.